Итак, вот такой вот корабульки невзрачный. Можно заказать по ссылке в описании нож Royal кому-нибудь на подарок. Приходит весь в маске. Ну, в принципе, вся его уникальность в том, что со временем он начинает хорошо вылетать и разбираться. Ну и превращается вот в такую линзу. Из коробки заточка у него обычная, острая. Выдающегося ничего нет. Брить не бреет. Royal, значок. Все классически, но само его разбирание, как в Беломоре. Где-то там колбаску подрезать в поезде, в машине. Такая штука должна быть, может быть, даже в дамской сумочке. Потому что намека на темляк нет, ничего нет. Здесь обычные шайбы стоят. Со временем он наш разлаживается, вылетает. Открывание одной рукой происходит у него. Как-то так. Ну, это просто он еще не расходился. Здесь вот такая вот выпуклость, за которую откидывается. Ну, и происходит выброс под собственным весом. Хорошая, красивая штучка. Может быть, кто-то скажет, что дороговато, но тем не менее в этом и есть вся его уникальность. Нержавейка хромированная какая-то. Понятно, что не будет никаких долгих там режущих кромок. Сталь самая обычная, пластилиновая, но тем не менее такой маленький подарок на Новый год, там типа презента. По ссылке в описании.